81-летний старик получил 7 лет лишения свободы и штраф в 236 тысяч евро за то, что защищал свое жилище от грабителя. Да, ребят, в Испании произошел такой случай. 81-летнего старика осудили на 7 лет и выписали ему штраф 236 тысяч евро за то, что он защищал свое жилище от грабителя. Примечательно то, что грабителем оказался 35-летний парень, уроженец Гондураса, который уже 45 раз, представьте себе, 45 раз привлекался полицией и был осужден. Свои 35 лет. Однажды ночью этот парень решил залезть к старикам, ну и поживиться, соответственно, всем тем, что у них было, каким-то имуществом, неимуществом, это уж я не знаю. В итоге дед оказался не из робкого десятка, а взял ружье и защитил свой дом так, как мог. Что же случилось потом? Вот если бы это, допустим, была какая-нибудь Америка, то я думаю, что ничего бы не случилось, то есть деда бы оправдали, и все было бы хорошо. Но, ребят, это Испания. А в Испании принято, что если к тебе, ну, видимо, по версии следствия, если к тебе лезет грабитель, то ты должен не защищать свое жилище, не противостоять грабителю, а спокойненько там взять телефончик, если, конечно, его еще не украли, и отойти в стороночку, дать грабителю выполнить свою работу. Ну, видимо, так испанские правоохранители, видимо, обвинение так и считает. Потому что изначально деду грозило 25 лет лишения свободы, потому что именно обвинение просило 25 лет лишения свободы за то, что он защитил свое жилище. Но в итоге его осудили на 7 лет. Из 9 присяжных заседателей 7 раз сказали, что да, он виноват. Его осудили на 7 лет и выписали ему штраф в 236 тысяч евро. Испанцы в шоке, социальные сети бурлят, но испанский суд решил по-другому. Испанский суд решил, что не надо было защищать свое жилище, а надо было просто отойти в сторонку.